сегодняшняя тема Рензо Куваза, я считаю, что одна из важнейших тем. Невозможно освоить карате, не занимаясь Рензо Куваза. В ней заложена вся базовая техника, все подготовки, все секретные техники и скрытые техники. Поэтому, занимаясь Рензо Куваза, вы будете мастером. И я сегодня две техники такие вот из нашего сцены дам. Они очень такие интересные, практичные, простые и в то же время действенные. Вот, особенно там вторая техника, на соревнованиях я частенько этой техникой выигрывал. Начну с первого простого. У нас есть всего три ката по стилю, там ходони, хачим, панге. Вот в одной из ката есть вот такая часть, которая она звучит следующим образом. Данила. Звучит следующим образом. Когда вы стоите, да, вас начинает атаковать, да, и бьют. Прекрасненько. Видите, я специально ушел, чтобы сказать, что удар не за несколько метров, а прям четко у меня, да. Пошло движение, я ухожу. Движение сюда, уже сюда, вниз, ушли. И еще раз. Теперь другая рука, если можно. Да? С этой стороны, вниз, глаза, горло сюда. Любая рука у вас может работать. Гиакодзуки, не ойдзуки, а гиакодзуки. Мы стоим поближе, да, пошло гиакодзуки, вышли с этой стороны. Опять же, па, глаза и сюда. На что сейчас обратили внимание? Посмотрите, пожалуйста, первое. Вас товарищ прям бьет сюда. А, бьет, бьет. О, прекрасненько, еще раз. Вы из Иркутска уходите в нэкодачи. Еще раз, вы толкаетесь переднюю ногу нэкодачи. Блок осаюка. Вы можете сделать, да, блок можете схватить, хоть чтобы никуда не ушел. Дальше идет маэгири. Маэгири идет сумасаки. Ребра плавающие с этой стороны. Если с той стороны, то у вас будет пах. Прямо плавающие ребра. Причем не только нога здесь работает, а еще работает таз. Отсюда рука отпускается, вы с шагом выходите в глаза или в горло. И заканчиваете в среднюю секцию. Гиакудзуки, то есть. Та же позиция. Пошли. Вышел здесь, вот он как раз остался. Вот он у вас пах остался отсюда. Можете выйти сюда, можете в глаза. И опять та же дзюки. Сейчас, пожалуйста, разбейтесь по парам и попробуйте следующее. Первый просто уход. У вас вторая рука работает сюда. Второй. Вышли. Можете придержать. Нога пошла. Опять. Вышли. Нога пошла. Нагитэ. Цуки. Разберись по парам. Попробуйте, пожалуйста. Двойной удар. Опять же, связка одной ногой, два удара. Для соревнований великолепная вещь. Очень хорошо получается. Мы стоим с противником, своим буем. Я бью маэгири. Естественно, человек реагирует, делает блок. И у вас сразу пошла нога. То есть она у вас в японе сюда и выходит сразу вперед. И из-под локтя вы ему первый раз показываете. Он реагирует на мои гири. Второй раз. Как ее сделать? Движение фактически на мои гири, на ваши гири, первая часть начинается одновременно. Одинаково, что на мои гири, что на ваши, чуть-чуть. Но я делаю хитрый ход, я четко показываю свое движение. И второе начинается точно такое же движение. И вот здесь, когда нога пришла из-под локтя, я резко разворачиваюсь на опорной ноге и выставляю таз. И у вас получается движение в одно движение. И вы сейчас сюда вверх. Разберись по парам, попробуй. Смотрите, человек просто стоит стойко, ничего не делает. Стой, что ли? Да. У вас идет моя мамаша. Раз. Дальше. Моя урмамаша. Два. Также у вас возьмут маваши, майгири, да. Май ушира гири. Все что угодно вы можете делать. То есть вариантов сколько угодно. После этого продолжение опять же, видите, у вас нога ставится, вы уходите в бали. Вы проходите сюда, у вас движение опять же с подбрасыванием и всем остальным. Главная задача какая? Не убирать корпус назад, а оставить его здесь, а работать только тазом и вот ногой. То есть корпус у вас вертикальный. Работает опорная нога и таз, а из нее вы уже дальше выходите. И чем колено выше подняли, тем вам будет легче оперировать вот здесь. Спасибо. Спасибо. А еще